просыпаюсь с чувством тревоги. Она, извините за поэзию, как будто жрет меня. Взрослая жизнь больно хуевая, нищета подростковым заебом. Я же тоже учился в школе, знаю, о чем они мечтают. Поскорее лишиться девственности, казаться крутым и прошаренным. Начинающие Герцены эмигрируют в Евросеть вместо Европы. Что ж, таков злой рок. Новый Чернышевский расскажет, что делать. Черви шествий, как всегда, будут съедены. Я всеми руками голосую за коррупцию. Ведь когда у гибистов кончаются деньги, они переходят на людей. Я тут якобы страдаю за Ватерленд, а на деле тоже меркантильный пидорас, как певец Хаски. Правда, вряд ли Захар Прилеплер кинет зигу под мой реп. Ведь фашисты осуждают фашизм, фашисты празднуют победу над фашизмом. Фашисты упрекают других фашистов, что они фашисты, а те отвечают, что наш фашизм хотя бы не такой фашистский, как у остальных фашистов. Забавно, что я русский только наполовину или даже на четверть, родился почти свободным человеком. Я хотел бы быть добрым и честным, прямо как в детской сказке, но боязно уезжать в больницу для душевно опасных. Ты — это твоя целевая аудитория, скучный, вечно жалующийся урод. В зазеркалье интернета я супергерой, а дома представляю себя десятилетней девочкой, которой спускают на личико. Для кого-то это, наверное, харам. По факту же все люди зашкварены, ведь вылезли из пизды. Хотя кто-то зашкварен ровнее, чем прочие двуногие дырки. Пидорашки назовут меня пидором, однако я точно знаю, что пидоры — это они. Ведь это их ебет государство, это они терпят, это они приспосабливаются, это они становятся его частью, да и им в принципе это нравится. Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас. Но в небе лишь палитра свастик, и он тоже ебаный путинист, проповедует единую вселенную. А тревога все же съела меня, поначалу это было метафорой, теперь буквально. Я откусил пальцы на руках, чтобы не оставлять отпечатков. Попросил последнего друга отрезать конечности, остались только голова да кишечник. Ну что, смотрите, я патриот? Ни рук, ни ног. Правда, и туловище пришло в негодность. Жидовка родина дает копейку, требует доллара. Я все вернул с процентами этой воровки. Я бы ебанул ее топором, если бы не был всего лишь головой. Кровосток споет про меня унылую песню, Баскова снимет кино. Потом кто-нибудь меня пнет, и я сгнию в холодном овраге. Лучше бы отец выдрочил меня в раковину. Ну вот, уже и головы теперь нету. Россия — это ад, поэтому я живу в интернете. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Каждый день я просыпаюсь с чувством тревоги. Она, извините за поэзию, как будто жрет меня. Взрослая жизнь больно хуевая, нищета подростковым заебом.